Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад на тему «Чувства мужчины к тебе, о котором ты думаешь». Загадывайте своего мужчину, подумайте о нем, представьте его, скажите его имя, свое имя произнесите. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. А также прошу вас, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Таро Студия на Яндекс.Цен. Итак, мужчина. В каких он энергиях? Вы. И какие между вами отношения сейчас? Возьмем метафорические карты. Мужчина. Вы. Между вами. Так. Вы. И какие отношения между вами? Итак, мужчина. Мужчина сейчас в работе. Весь в работе. Работает. Это у меня получается хорошо. Возможно, какие-то разногласия на работе, но рабочие спорные вопросы. Тем не менее, он творит, делает, не стоит на месте. У него идет процесс рабочий. Также в его поле он к чему-то стремится, к чему-то высшему. Это может быть связано с кем-либо, с чем-либо. И в то же время может показывать, что в окружении, в его находится третий лишний. То есть здесь у нас, возможно, мужчина в треугольнике. Вы. Ну, у вас идут сейчас очищения, вы что-то от чего-то избавляетесь. Может, даже самое элементарное, простое, вы принимаете душ, ванну. Вот. То есть, избавляетесь от ненужного. Также вы чувствуете какую-то опасность, какую-то недоговоренность, двухличие, лицемерие, неприятные ощущения. Поэтому вам печально из-за этого. Вы находитесь в какой-то апатии, сердце болит. В общем, не очень хорошее состояние. Что между вами? Между вами какие-то наговоры. Кто-то говорит. Манипуляции. Со стороны мужчины. Мужчина пытается манипулировать, как-то руководить. Ну, также он к вам испытывает влечение, интимную близость. Ну, у мужчины на первом месте идет работа, он больше материальный. Также у вас между вами есть надежда на будущее. И вам нужна помощь близкого человека в ваших отношениях. Что еще между вами? Опять идут какие-то материальные дела. Из-за этого у вас постоянные какие-то двойственные ситуации. Вам из-за этого не очень хорошо. Опять двойственная ситуация. Постоянно нужно делать выбор.
Но мужчина к вам с чувствами, хотя и очень медленно двигается, то есть занимается своими рабочими какими-то делами, потом весь день, и поздно вечером приходит, типа, с чувствами к вам. А вы уже, типа, к примеру, вы уже устали, вам уже ничего не надо. Ну вот, это я так на более таким, ну, такой утрированный пример привела. Заблуждение. В чем-то вы заблуждаетесь. И что он, и что вы. Ревность. Ревнуете друг друга. Опять между вами работа. Работа, но показывает, что вы по судьбе. Вам друг с другом хорошо. Несмотря на то, что мужчина очень занят, и вам из-за этого плохо, он уделяет вам мало времени, ревнуете друг друга, тем не менее вы по судьбе, и вам вместе хорошо. Давайте основной вопрос. Чувства мужчины, о котором вы думаете. Итак, какие чувства у мужчины к вам?